спасибо за то, что вы пришли к нам. Спасибо за поддержку, потому что мы молодые друзья. Мы имеем государственный музей, у нас очень важно интересы, понимание. Важна ваша реакция на то, что мы делаем, потому что мы делаем часто, и мы начинаем. Мы вначале, наверное, самым молодым музеем в нашей стране. Поэтому благодаря вы на самом деле реально внимание к поддержке прессы, которую мы получаем, которую мы ощущаем. Потому что все, что мы делаем, мы стараемся делать для жителей этого города и делаем это все лучше. Мы стараемся показывать выставки, которые очень много в нашей стране, которые являются новыми для начала. Сегодня мы представляем большое внимание выставку «Долин». Его позднего периода, основном позднего периода, когда «Долин» вернулся к истокам, вернулся к столу, к тому, с чего он начинал, к классицизму. Это очень интересный период, который характеризует его прекрасно как мастера, который прожил длинную жизнь, подытоживает итоги жизни, итоги творческой жизни. И нам очень интересна ваша реакция, потому что это на самом деле время, которое для человека, которое вы задумываетесь о жизни, о смерти, о том, как он должен быть. Часть картинки, которая была качественной его периода 30-40 годов, сделали мы это специально, чтобы вы и мы вместе с вами, наши зрители, подняли разницу между периодами творчества и величайшего и яркого периода. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Сегодня здесь присутствует представитель комитета по культуре, Кудесова Санта. Сам Петербург, это Василий Сухоненко. Присутствует член политического совета музея ФУЖ Кристофер Форбс, с которого, по сути, и начиналась наша коллекция, потому что то, что было придумано сначала, это было приведено Василий Форбс, которая сыграла на протяжении 40 лет. Благодарны ему за то, что он согласился стать членом политического совета музея. Очень важный для нас сегодня человек Жанна Савельяна, это директор фонда «Галас», из которого, наверное, не состоялась наша выставка. Наш куратор Томас Соломон, который очень помог нам, естественно, как каждый куратор стоял такой пустой. Это выставки. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы, потому что достаточно действительная команда, чтобы удовлетворить ваши любые пожелания. Ну, мы можем начинать. Не надо вас слушать. Вопросы? Ну давайте я, никто не хочет, значит я. Здравствуйте, это Игнасио Ортега из испанской агентства EFE. Вы помните, мы говорили, когда Фрида Кало, вы организовали выставку, да, прекрасную выставку. Такой вопрос, почему Дали? Ну, кого вы спрашиваете? Вас. У меня, да? Ну хорошо, почему Дали? Дали, потому что... Наверное, это символ 20 века, величайший художник 20 века. Это мастер, которого обожают во всех городах и странах, наверное, всего мира. Это художник, которого обожают в России. Мы, в конце концов, художник, который выглядит. По-моему, это самый легкий вопрос, почему-то. Поэтому
Vidiš je. Eto, on si isi proti moja snosti. Конечно. Спасибо большое.
kaže da se žalim svima. I would like to add a few comments to Thomas's description of the context. I think Persian is a very, very well-curated exhibition. And it's one of those exhibitions that the Foundation has the mission of putting together and obviously producing with the right kind of partner, which is the case here. Because this is the right kind of partner. The Fungi Museum and the Nature Times Foundation are the right kind of partner to put together projects like this one, which I would say is from the academic point of view, is an advanced project. Thomas and my colleague, Monsieur, who's the director of the Center for the Studies at the Museum, have been working on this for a long time. This is the theme that is expressed in this exhibition, and it's very important that until now has not really been well analyzed or studied. Была произведена огромная измещение кураторская работа. Это одна из таких выставок, которые мы, как фонд, обязаны имеем миссию создавать такого рода выставки. Для этого обязательно выбирать хороших партнеров, и хочу сказать, что музей ФПЖ и фонд связи Ремана это как раз тот самый проект партнеров, с которым можно создавать подобного рода замечательные проекты. Что касается академической точки зрения, эта выставка очень внимательно и хорошо собрана. When we look at that, we are all familiar with what we could call a well-known name, Disturbance Theory. But when we look at that, he has a great, as Mr. Chambers said earlier, one of the great genius of the 20th century. You need to look at his whole life. And this is what we're trying to do from the foundation for a long time. And this is one of the results of that research. Thomas has been very descriptive in terms of the comments, but I would like to give you a slightly emotional note about how to approach this exhibition. It's superb. As I said, it's rigorous from the academic point of view and talented from the referral. But when I walk through that entrance, what I see is precisely what the title reflects. From transformation, from revolution to tradition. And that is the path that he follows in the second half of his life. And this is an homage, precisely, to the second half of his life. We are familiar with all his work until the end of his service. But he still is a great genius after that. And he still works. And in the end, you still see this old man who has done everything, achieved everything he wanted to, well beyond his dreams, and he's starting to see death in the eyes. And he's still aiming and creating and embracing the geniuses and the creative genius of these great masters that drove him as a young man to become an artist. So what you're going to see is this evolution. You're going to see first an explosion of what that he achieved as one of the big transformers of 20th century art. You've got five or six masterworks from the Surrealist period, and you will see that there is still a classical influence there throughout the process. Oh, sorry. Публики хорошо известны произведения Даниэля его сюрреалистического периода, но он, как сказал Скарсен раньше, как был великим художником и оставался великим художником всю свою жизнь. Если мы хотим его понять, мы должны воспринимать его творчество целиком, от начала и до конца. А я хочу дать такой эмоциональный комментарий. Во-первых, эта выставка очень сделана строго и академично. С другой стороны, мы видим здесь кураторский талант. И мое личное впечатление, что когда я захожу в выставочный зал, я вижу то, что отражает название выставки, а именно это переход от революции, от такого взрыва к традиции, начиная с 50-х годов и потом уже позднее в жизни Дали, который
достиг всего, который реализовал все свои амбиции и мечты, он продолжил, тем не менее, работать. Он уже будучи пожилым, человек может даже будучи стариком и уже видя перед собой смерть, по-прежнему сохранял контакт с вот этими с духом и с гениями тех великих мастеров, которые представляли его в юности и из-за которых, в каком-то смысле, он вообще и стал художником. Так что здесь мы видим эволюцию художественного творчества. В пути мы видим переход от этого взрывного момента, от его самого знаменитого сюрреалистического периода. Здесь представлены 5-6 шедевров, Once we pass through this exposure, where we are actually demonstrating what Dalí achieved as, let's say, a famous surrealist, he then starts his strip back, his recovery and rediscovery of all the classics. That's close to the 40s. Nobody was doing that in the 40s. We start seeing a big move back to recover the classics and giving them to the Italian drama. But not until the 80s. So Dalí again, even if his aging process is 40 years ahead of everyone else, and that's what you will see this year. And you will see the evolution of that, of reapproaching towards classicism, Italian Renaissance in particular, Velázquez or Ferrer. And in the end, he just sits down and embraces his great masters, Angelo, Velázquez, Leonardo, Rafael. And that is that he, as I said earlier, started to say goodbye to this world and paying homage to the creative genius of these great human beings that were the great masters of classicism. That is the exhibition we've seen today. And I guess it's actually, with that perspective, it is a very beautiful exercise. And it is a well-deserved homage to both Dalí and his creative masters. Как я уже сказал, мы видим взрывной период, когда Дали добился очень многого, когда он, можно так сказать, был знаменитым сюрреалистом. Потом мы видим, что он начинает возвращаться к классике, начинает открывать свою заново, это происходит уже в 40-е годы, и надо отметить, что в 40-е годы этим не занимался никто. Это произошло в итальянском искусстве уже в 80-е, но Дали даже уже пути к старости, все равно он оставался на 40 лет впереди всех остальных. И здесь, как я уже говорил, мы видим эволюцию, мы видим возвращение к классическому искусству, к итальянскому возрождению, к Веласкесу, к Вермееру. И Дали в конце своей жизни обращается к своим великим наставникам, к Микеланджело, опять же, к Веласкесу, к Леонардо, к Рафаэлю. И вот самый конец его жизни – это тот момент, когда Дали остался в смысле наедине со своими великими наставниками, с этими великими людьми, которые были великими художниками. И я считаю, что эта выставка – это заслуженная дань уважения и дань внимания как самому Дали, так и тем, у кого он учился. Спасибо, Александр Иванович. Вы спрашиваете, почему Дали? Расскажите, Дали, вы любимый художник Виктор Цыбенко, который собирал его слово своего. Подготовка выставки заняла практически год. Будет сработан год в фонде. Дали видео работы. Частные коллекции. И мы на самом деле довольно многие были в этот процесс. И в качестве такого небольшого значения, это работа или женщина с палочкой. Да? Чтобы мы понимали всю многогранность художника, эту картину, которую я сегодня подумал, как раз которую подъедет, сказала фармацевтическая компания, которая подъедала на рынок, не выдала, там не вязали, название не выдала. Позже был нарезан фактически на работе, но они привели делать такие вещи. А я хочу сказать слово я думаю, что при помощи города у нас никогда не получилось такой музей. Без помощи, без поддержки города, наверное, никаких нет. Если бы вы сделали собрание, то мне сегодня
culture to
have the greatest artists in Spain, the global artists, and have respect for Russian craftsmen. His family was of French origin, went to Germany and finally ended up here in Russia. It's art is local and keeps us all simple and civilized. And for my family, it's another one of these wonderful objects that my late father collected and treasured. While finally back at home in St. Petersburg, in a palace really worthy of him, I know he would be very happy. But he'd be also very happy that there was a Russian businessman involved in that. Lord's magazine's always been going to business, so it's great. Добрый день. Но я тоже испытываю огромное удовольствие находясь здесь, в этом замечательном музее, где представлены уникальные произведения искусства, созданные в 19-м, 20-м, в общем, 20-м веке, как мы видим сейчас. И для меня также огромная радость видеть здесь выставку великого испанца, который всеми признаками великий в себе, великий художник в конце. Где теперь хранится коллекция, которая была создана 600 лет назад, когда собирается мой отец. Я думаю, что отец мой был бы счастлив, узнав, что эта коллекция попала к себе домой. Но не менее счастлив он был бы, узнав, что этот музей и этот творец продолжает традиции всемирности. Ведь Николь Берже, это тоже был человек, который, родившись во Франции, сделал карьеру в России. И опять же, оставляя здесь выдающиеся испанского художника, мы как-то сохраняем цивилизацию, мы остаемся цивилизованными людьми. We made the decision to sell the collection. We originally were going to do an auction, and happily we were approached by Mr. Vexler, and the idea of keeping the collection intact was very appealing. My siblings haven't had a chance yet to come and see it here, but I know they'll be very happy when they do. When I met Mr. Vexler, we were looking at the collection for the first time. We were talking about it, and I did observe that we had the pleasure of being the custodian of the beautiful creations of Russian genius for many decades. We got to enjoy them far longer than the families for whom they were created, and I was happy to say that the circumstances of our party was far more agreeable. So, когда моя семья решила продать коллекцию, сначала мы сказали, что это будет на аукционе, но потом к нам обратился партнер семьи, и его предложение сохранить коллекцию в целостности показалось нам очень привлекательным. И я думаю, что вскоре все семейство увидим на коллекции, мы все еще видели его коллекции здесь, в Петербурге. Я помню, когда мы со своим Петербургом рассматривали коллекцию в музее, мы говорили о том, что я сказала тогда, что наша семья на протяжении участвует, что на протяжении нескольких десятков лет были хранителями этого творения русского гения. И мы, в общем-то, были хранителями этих уникальных предметов дольше, чем те, для кого эти предметы создавались. Наша обычная ситуация куда выгоднее, даже несмотря на то, что мы с коллекцией уже расстались. И расстались мы в пути при куда более благоприятных обстоятельств. Спасибо большое за замечательные слова. Я думаю, что мы постарались вам рассказать то, что мы смогли рассказать. И если все-таки у вас еще есть какие-то вопросы, да, дай Бог, это не слишком важно. Александр Фонтанкин, вчера появилась информация о будущих ваших проектах. Вы не могли бы немножко развить, тем рассказать, когда? Да, конечно. У нас есть какой-то план, как у каждого музея. В общем, мы не скрываем о наших планах, мы знаем, что это в этом году состоится еще огромная выставка в Орхово и Васке, и вы в нашей стране. Эта выставка будет в городе нашего музея, и она же пройдет в Москве, в Центральном Олеже.
на самом деле было как-то не бежать, как он зависит, и мы очень гордимся, и мы покажем эту фигуру в Москве, величайшим поколением Баскова и Горького. На следующем году, мы думаем, как уже фундаментальную выставку Диего и Вера и Фрида Кало, опять же, с экраном, конечно, Москва не видела еще. ДК никто еще в России никогда не видел Диего и Вера, но не Вера. И в конце 18 года будет большой выставку для меня. Вот, пока вот то, что отделяем будет с этим в Петербурге и в Москве, конечно, с центральным. Это наши планы. Еще раз, пожалуйста. Вы там столкнулись, пока собирали новости? С новостями? Ну, знаете, мы столкнулись. Хорошо, вы сказали. Да, с этим нам еще дал свои работы перед Матом. Ладно. Мы были переговоры с многими институциями, владельцами, как один доверие. И мы еще раз благодарны фонду Габа Дарин. Благодарны перед благодарны сейчас коллекционерам, потому что ряд компаний, скажем, сейчас находится в Казани. В последний момент мы находили общего с директорами музеев, с директорами людей. И когда нам оказалось, что все решено, мы, как правило, уже сам практический совет, мы получили отказ. Отказ мы получили, к сожалению, по поводу, наверное, ряда политической ситуации, когда взгляд, скажем, господина Юсифа, его взгляд на то, что мы делаем, мостик, единственный мостик, конечно же, не единственный целом, который может всегда быть и работать этими странами, не знаю, улучшение, мы очень стараемся. Культура – это то, что всегда соединяет разные страны. К сожалению, не все наши проекты стоят на наших позициях, но, невзирая на ряд отказов, у нас, я считаю, выставка получилась. Я думаю, что будут стараться преодолевать политические моменты, очень значительные для нас, но они существуют. Они просто не говорят, в общем, они даже с ним говорят, ничего страшного, они говорят правду. Еще вопрос. Господин Северьянов, вопрос. Одна из картин 6 лет назад фондом приобретена. Можно очень коротко о политике, собирательской политике фонда? Вы активно приобретаете, ищете эти вещи. Об этом чуть-чуть. Спасибо. Well, we are active buyers. I was for council the other day. I think in the last 8 years, the foundation has invested over 90 million euros in buying art. Sorry, 16, depending on the exchange, because all these things are paid usually in dollars. So depending on how you do your calculation. So to be honest, it's still a lot. If you take into consideration that we are a private foundation and we don't get any funding from the state, it's a big effort. So we are run among efficiency values and generate, and this was a board decision many years ago, a strategic decision. We have to be financially independent to be able to fulfill the objectives that we wrote down as our mission, as a foundation. So that has allowed to generate these resources, and that has allowed us to establish a firm, active acquisition policy. Unfortunately, prices for Dalí, especially for masterworks, have been skyrocketing lately, and obviously our income has been healthy and robust, but hasn't skyrocketed. So we need to we've toned down the rhythm of our acquisition safety, but thankfully. Our backs are near us, so we need a quick loan to actually do a quick acquisition. Мы ведем активную политику приобретения за последние 18 лет.
не получает никакого государственного финансирования, так что, как вы можете понять, это серьезная трудоемкая деятельность. Мы являемся независимым, финансово независимым учреждением, это было техническое решение, принятое попечительским советом, потому что именно так, именно в очень независимом учреждении, мы можем выполнять все цели, которые были изложены вдали, как миссия фонда. Мы, у нас хорошая финансовая ситуация в нашем фонде, но, к сожалению, за последнее время цены на крови, в особенности на шедевры, взлетели до небес, и несмотря на нашу хорошую финансовую ситуацию, наши доходы не растут с такой же скоростью, как цены на произведения крови. Но, к счастью, банки, с которыми мы работаем, нам доверяют, и если нам нужен быстрый займ на срочное проведение, то мы такие займы вообще получаем. Спасибо большое. Thank you very much. I'm sure just one more comment about the policy. So what we do, what we buy, is to complete the collection. Our collection was basically the needs of the collection. So very often when we want to show this to the public, we have to fill in certain gaps for it to create the right discourse, which is what we've been doing all these years. That's the policy. We buy what we need to create a constant, comprehensive discourse. Мы покупаем то, что необходимо для дополнения коллекции, потому что основу фонда составляет личная коллекция Дали. И то, что мы приобретаем для того, чтобы публика могла увидеть то, что в нашей коллекции отсутствует, то есть восполнить некоторые пробелы. И решение о приобретении всегда принимается комитетом, который вешает относительно того, насколько это данное действительно нам необходимо. Еще раз спасибо за ваше приобретение, что вы не можете всегда показывать. Как вы следующий вопрос? Вопрос. Евгений Абраменко, «Известия». Наверное, просто как развитие предыдущего вопроса. А чем еще занимается сегодня ваш фонд, ну, помимо собирательской деятельности? Расскажите еще о проектах и современных, в которых вы участвуете. That basically defines our activities. That was written by the people who created the foundation, who was its president, which basically is a generic mandate to manage, protect, defend, divulge in the world its legs, intellectual, physical, historical, artistic, or whatever. This is a huge thing. What does that translate into? To run the museums that he left behind? The other museum of Figueres, which has 1.5 million visitors a year, which is considerable. If you consider that the city has only 40,000 inhabitants, it's a good rating. His house in Propagandos, which is also a very popular place, the studio on the coast, is also a museum, and the castle of Kupo, so that can have a museological function. We run and manage and expand his collection that he left behind through active acquisition, and we take it around. We also manage public rights, image rights, trademark rights, editorial rights. Then he was a writer too. Then he made movies. Then he had theater scripts. All that has to be managed as well. So it's a new. We have a research center that produces contents like what you will be seeing today. There's a lot of research on these and write books. And they prepare for example, one of the big projects is the catalog of the name. Which is one of our big funding projects because it's free and universally available through the internet for anybody that wants to consult, etc. There's a number of other projects. So it's quite a comprehensive thing. Значительные полномочия и трудная задача.
связанного с концептуальным собственным коробкой марки. Знаете, на издательстве играла, потому что Далика Красноярская писал книги, он писал для театра. И также, кроме всего прочего, мы ведем серьезную беседу с деятельностью. Сейчас мы издаем несколько книг, мы ведем большой проект по созданию полного каталога работ Дали, и туда вкладываем много денег, потому что этот каталог станет бесплатно будет доступен для всей публики, для всех, кто хочет к нему обратиться. Так что, как вы видите, наша деятельность многообразна. Так, последний вопрос. Спасибо.